с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Спасибо за помощь, сэр. Мы займем позиции. Пилот, снаряжение Дона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими.
Стационарный пульсовик активирован. Против! Нас атакуют! Дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования сока. Внимание! Обнаружены токсичные пары в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Есть, Бити. Ты тоже смотри в оба. Понял, пилот. Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Все хорошо. Кто это был? Открывай досье. Кейн. Наемник, обычно связываемый с бандой «Высшие хищники». Известный наркоман и наркоторговец.
Он что, обдолбался чем-то? Ой, не лезь. Движение! Осмотреться! Скорее, прикройте! Кто-нибудь! Обращаюсь к ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго! На пути вашего следования им может потребоваться помощь. Капитан, у труб что-то движется! Осторожно! Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот ополчения! Не стрелять, он из РСПШ. Посмотрите на шлем! Видеть своего, сэр. Нашему отряду крепко досталось. Им срочно нужна помощь. Кажется, получилось, но все равно.
подкрепление прибыли! Вовремя мы! Вот они! Открыть огонь! Перебрать сюда! Их слишком много! Отходите, стреляйте! А обнаружена мертвая ячейка. Необходимо срочное удаление. Ощущение, что мы несколько дней идем. Вам требуется отдых. Нет. Хорошо. На отдых нет времени. Мы должны выполнить задание. Больше не вижу, Сэйн! Пилот сейчас там! Пилот, внизу! Я не вижу, Сэйн! Вижу врага, он рядом! Там,
сюда. Вижу, Сэй, 30 метров. Пилот пропал, не вижу. Вижу врага, он рядом. Больше не вижу цель. Пилот, внизу! Цель не вижу, 10-0! Не могу вести огонь, цель исчезла! Кто ее видит? Я не вижу их, проверьте у себя! Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон «Сколк-2». Из АМС. Кто бы ты ни был, очень неплохо. Надеюсь, ты лучше того, кого я.
Внешние операции переключены на основные силы. Отряд уничтожен, я остался один! Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон «Купол-3». Пилот, соблюдайте осторожность. Это само собой. Пилот, соблюдайте осторожность. Еще немного, и наши пути пересекутся. Отлично, очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Давно не виделись, Бити. Не соглашусь. Через ваш шлем я вижу все ваши действия в реальном времени. Вы достойно сражались, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Это пилот!
Ладно, ребята, поиграли и будет, я спускаюсь. Здесь ты мной, солдат убит! Осторожно, бросаю гранату! Остановить грязевые потоки и перегруппироваться. Я пометил. Переключение системы фильтров насоса. Аварийное отключение. Бросайте клещей, выпусти их! Лямбда 4 воздух. Выпускаю клещей. Цикл остановки насосов 20%. Чего там высматривать? Стреляй! Беспорядочная стрельба в район нахождения моего пилота противоречит директиве 3. Лямбда 4 воздух. Выпускаю клещей. Лямбда 4 земля. Спускаюсь. Лямбда 5 воздух на месте. Выпускаю клещей. Лямбда 5 земля. Спускаю подход. Цикл остановки насосов 40%. Внимание! Дау 5 воздух! Выпускаем клещей! Остановки насосов 50%. Остановки насосов 80%. Цикл
цикл остановки насосов 90%. Установлен визуальный контакт с пилотом. Начинаю огневую поддержку. Опасность рядом. Пилот, включаемся на прибыль. Хорошо держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Директива номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Тебя не приглашал, поэтому ты умрешь. Так, отлично, еще один заблудший герой. Да еще и с титаном РСП-класса «Авангард». Ого, одобряю! Повеселимся, салага. Избегайте оставляемых Кейном термитных луж. Они очень едкие. Вали, салага! Просто вали! Я тебя ядро залпа готово. Титан врага уничтожен. Атакую брата. Салага! Я с радостью отберу твою. Включен режим пилотирования. Ядро залпа готово. Сильное повреждение корпуса. Я такой же Кейна. Кейн отвечает. Хорошо, очень и очень хорошо. Повреждения. Опасность. Ядро залпа готово. Бей! Ну же, бей! Кей не боится смерти. Салага, тебе понадобится побольше усилий для победы. Бей! Залпа готова. Отлично, пилот. Пилот, рация в шлеме Кейна все еще работает. Следует ее забрать. Наши наземные отряды разбиты.
2-6 вызывает Кейна. Титан класса «Авангард» прорывается через комплекс. Прием! Слон, это Блиск. АМС почти запечатали ковчег. Пора готовить Драконис. Есть. Схватило 3 ополченцев. Что будем с ними делать? А, убей их. Нет, не надо! Иду. Конец связи. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение. Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Включаю режим пилотирования. Смотрим под ноги. Это близко, как слышишь, прием. Это Эш, слушаю. Тебя не отвечает. Похоже, пилот. Это ополчение рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убейте его. Понятно. Конец связи. Кто такой Блиск? Наемник часто работает на АМС, военный преступник. Блиск виновен в смерти моего предыдущего пилота, капитана Ластимоза. Титан, открываю огонь!
будет не скучно. Втянулись в дело. Пилот, грузовой лифт на погрузочной площадке сократит путь. На вашем дисплее помечена панель управления. Атакую пехоту противника. Грузовой лифт включен. Пилот, мне нужна помощь. Тревога. Тревога. Посторонний титан на погрузочной площадке 13. Передаю титан в распределительный пункт. Эш вызывает капу 3. Место проникновения – погрузочная площадка 13. Принято. Капа 3 скоро прибудет. Пилот, я не могу высвободиться. Купер. В подстанцию объекта.
Приземляемся и соблюдайте осторожность. Титан класса «Авангард». Что мне с ним делать? Да что хочешь, мне плевать. Уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе оружие. Если понадобится, я пущу его в ход. Эш, хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Уничтожь его, если потребуется. Ясно? Пилот, они везут меня по сборочной линии. Там есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Пилот, этот комплекс полон опасностей. На сборочном конвейере вас может раздавить. Thank you.
комплекс с готовыми сборными конструкциями. Вам до меня недалеко. Идите.
но все равно убейте его! Вражеский пилот, всем быть наготове! Раскрыл!
Открылся! Это пилот, средний этаж. Да, ну и мясорубка. Ты в порядке? Конструкция не повреждена. Не думаю, что это мясокомбинат. С моим везением тут скоро все вывернется наизнанку. Или вверх дном, учитывая обстоятельства. Ждет. Не бойся, я не казню тебя. Даю слово.
Эш, скажи мне, что ты убила того пилота. Почти убила. Не отвлекайся на свои игры. Что, нельзя совмещать приятное с полезным? Нет, если мешает работе. Поняла. Конец связи. Спокойствие. Я за его голову такую цену назначил, что тебе на любые игрушки хватит. Сектор 4 Чарли. Подрыв зарядов с 21 по 29. Всему персоналу АМС, говорит Эш. С сожалением сообщаю, что поскольку вам не удалось справиться с нарушителем, мне придется уничтожить весь комплекс. Некоторым из вас покажется, что это крайняя мера. Так и есть. Рекомендую вам поскорее эвакуироваться. Выполнение отряда сдерживания исчезло. Сделали, но взрывы ослабили руку манипулятора. Я свободен. Разваливается. Предлагаю покинуть его. Похоже, вы совсем недалеко от меня, отмечая местоположение. Опасно. Пилот, советую вам забраться в кабину. Похоже, ты не там свернул, бандит. Я обнаружил проход за этим куполом. Пометил на вашем дисплее. No!
Минимизируйте повреждения. Опасный летан врага уничтожен. Сторожевой режим. Оборона, эвакуация АМС любой ценой. Цену за твою голову, пилот. Так что живой или мертвый, ты не дорог. Начнем. Достойно похвалы, но смерть неизбежна.
Охранная блокировка отключена. Доступ на поверхность разрешен. Пилот, охранная блокировка отключена. Рекомендую покинуть объект через туннель. Пришел к выводу, что лучше избегать коротких путей. Построили на фронтире несколько исследовательских центров, но данный объект ополчению неизвестен. Странно. Я фиксирую тут остатки моего собственного следа. Возможно, искажение влияет на работу сканера. Эти останки не соответствуют генетическому профилю майора Андерсона. Возможно, он еще жив. Рекомендую заглянуть в главный вестибюль приема. Я бы пошел с вами, но, к сожалению, мой корпус не пролезет в дверь. Идти. Я нашел Андерсона. Он в потолке. Задание выполнено. Мы встретились с майором Андерсоном. Как бессердечно, Бити. Так точно. Сердце Андерсона не бьется. Его организм прекратил биологическую деятельность. Передайте мне шлем Андерсона для анализа. После смерти Андерсона командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Купер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира РСП ополчения Сары Брикс. Майор Андерсон, 2 недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на Тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Это устройство, которое мы нашли во время операции «Гризли», защитит вас. Нам известно, что АМС наняла Кубина близко и его наемников для охраны какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И, Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП – команда. Пилот, часть данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье.
На нем не было никаких устройств. Должно быть, оно на другой половине тела. Я обнаружил брешь в здании службы безопасности. Предоставляю доступ. Я останусь и продолжу сканировать кольцевую структуру, пока вы ищете информацию и устройства в здании. Должен быть способ проще, Бити. Постараюсь найти. Доступ к брешам в здании службы безопасности. Рекомендую начать поиски устройства оттуда. Я же продолжу сканировать эту кольцевую структуру. Простите, Андерсон.
небольшое нарушение системы безопасности, и мы просим гражданских лиц и исследователей немедленно проследовать к ближайшему входу в аварийную отверстие. Пилот Купер, я передал часть функций моего ИИ-устройства, чтобы мы смогли общаться вне зависимости от временных сдвигов. Активированы дополнительные лазерные сети. Окружаем его. Противник! Старкова, чёрт! Обнаружили нарушителя, но он двигается беспорядочно. Как это он... На позиции! Активируй турель в юго-восточном коридоре! Пилот, ты со мной! Отойди! Оставайся! Нам тебя!
АС-2. Врагов не пропускать. Берегись. Впереди Титан АМС. Пошли. Пилот Купер, вы со мной. Пошли. Давай, давай, давай. Потрудился, Купер. Как по мне, ты заработал свой сертификат пилота. Заканчиваем и валим домой. Вон он. Мы еще успеем перехватить контакт. Yeah.
ополчение. Требуется батарея. Титан врага уничтожен. Ядро залпа. Ядро залпа готово. Серьезные повреждения. Опасно. Попал в такого вектора! Их слишком много!
активирована. Завершена. Системы в норме. Летаю! Нам надо догнать корабль! Вперед! Не дай пропустить! Не дай уйти! Прыгай на трап! Близко это Слоун. Ковчег направляется к вам. Теперь очередь Гюрзы. До встречи. Тебя, сынок. Приготовься! Паркер, рада тебя видеть. Рад помочь. Линкор Мальтер на 10 часов. Охраняет драконин. Мимо не пройти. Купер, нужен пилот на Мальте. Захватить палубу. Сейчас. Командир Блик, я дрон 6-4. Можем забросить. Беги, нужен бросок. Принято, 6-4. Ты сможешь, Купер. Поражена!
летающего титана долго не выстоять! Держитесь, мы вас спасем! Купер направляется к главным пушкам Мальты. Не знаю, будет ли этого достаточно. Купер, быстрей! Пробить гипердвигатель! Покинуть корабль! Покинуть! Мы потеряли Кэмпбелл Брэкстон. Держать курс! Противник! Краснопушечные площадки! Первая пушка обезврежена. Поднимаются на борт. На палубе Мальты остались работающие зенитки. Надо отключить их с мостика, чтобы мы могли приблизиться. Будет сделано. Отлично, Купер. Отлично, прикрывайте. Мы прикроем. Командир Брикс, понадобится ваша помощь. Ясно, Медведь, скоро буду. Путь к мостику лежит через тот ангар. Есть идеи? Брикс слушает. Чем могу помочь? Закройте дверь и держите корабль. Но он не думает? Нет, нет, секунду. Со мной! Работенка, что надо. Ага, не заскучаешь. Дэвис, пошевеливайся. У нас преимущество. Укрытие!
пробить! Парень у лестницы! Цель на первом ярусе! Кумулятивные заряды готовы! Эй, Купер, смотри, как это делает 6-4! Пилот Купер, ты готов? Да, готов. Прорыв, прорыв! Чисто? Чисто! Вот так это делается! 6-4, за мной! Купер, иди к капитанскому пульту и отключи пушки! Купер, пульт здесь! Купер, взломай пульт! Отключи пушки! Командир Брикс, Мальта наша! Отлично, 6-4! Купер, мостик пока твой! Доставай инфонож и заведи корабль в тыл Драконису! Баркер, доставь Бити к Куперу! Вас понял, выхожу! Держись, железный дровосек! Всем позывным! Разобраться с врагами и отходить к Драконису! Это все! Все правильно, держи курс! Ты почти выровнял корабль! Не туда идешь, Купер! Возьми направо! Ты слишком высоко, надо спуститься! Ты отдаляешься от Дракониса. Левее! Купер, это неправильный курс. Возьми левее. 6-4, заткнись. И пусть он ведет. Передать управление пилоту. Купер, мы прикроем тебя сзади. Захвати палубу и иди к Драконису. Буду один. Гюрза на станции. Пилот, твое путешествие заканчивается. Небеса принадлежат мне. Некуда бежать. Негде прятаться. Вперед, атакуй бандитов. Последняя поездка. И здесь последняя остановка.
Мэйдэй, мэйдэй, я падаю. Командир Брикс, говорит BT-7274. Гюрза подбита. Вас поняла. Поднимитесь на драконицу, захватите ковчег. Готовимся к переброске. Купер, готовьтесь к броску. Рекомендую покинуть кабину. На аэродинамическое сопротивление рассчитываю. 2-4 справа! Ковчега. Камера слишком большая. Требуется импровизация. Убер, я не могу добраться до ковчега. Нужна ваша помощь. Надо уходить с корабля. У нас мало времени. Сюда, Купер. Уноси оттуда ковчег! Невозможно. Мы заперты. Что ты делаешь? Директива 3. Я не потеряю пилота. Приготовьтесь к удару.